Добрый день, я Алина Курманалиева, дерматокосметолог клиники Diva Effect, и сегодня мы поговорим об отупленной терапии межбровной области. Самая острая боль, что я часто вижу молодых девушек и парней, у которых уже сформировалась межбровная складка, от привычки часто хмуриться, либо же щуриться на ярком солнышке. Хочется сказать, что ботулинная терапия является в первую очередь профилактикой формирования глубоких морщин, а не лечением их. Существует миф, что ботокс приводит к атрофии морщин, либо же после него становится намного хуже. Но на самом деле ботокс действует только на процесс передачи мышц и действует только определенное количество времени. Он просто выключает мышцу, где вы не можете хмуриться, впоследствии не происходит формирование глубокой межбровной складки. Ботокс является самым безопасным, самым изученным препаратом, и ничего необратимого он не вызывает. Начинает браться с третьего дня, максимум эффекта наступает на второй неделе. И действует он индивидуально от 2 месяцев до года. Поэтому повторять процедуру решать вам или нет. Процедуру ботокса можно повторять раз в полгода, раз в год. Зависит от ваших индивидуальных особенностей. И после окончания воздействия ботулинной терапии лицо возвращается в прежнее положение, которое было до инъекции. В наших руках сохранить лицо без морщин. Будьте красивы!